Привет, котаны мои! Проголодались, небось? Бывает так, что хочется кушать, а еды готовой нет. Как же быть? Сейчас я вас научу, как себя прокормить в таком случае. Все, что вам нужно, это волшебный горшочек. Ну а если вы собираетесь еще и друга котана накормить, то горшочков нужно два. Это блюдо примечательно тем, что для него не нужны какие-то особые ингредиенты. Все зависит от вашей фантазии и холодильника. Обыщите свой холодильник. Извлеките из него все, из чего можно приготовить, на что способна ваша бурная фантазия. Я нашел 6 карташин. Почистил и порезал их кубиками. Нашел за печкой луковицу и тоненько ее порезал. Ведь чем тоньше вы порежете лук, тем вкуснее и сочнее будет ваше блюдо. Еще я нашел замороженную фасоль, а также колбасу, копченое сало и петрушку. Не помешает и сливочное масло. Было бы неплохо еще добавить туда грибов, мяска. Но ни того, ни другого не нашел. Масло, фасоль, колбаса, сальцо, петрушка. Теперь все это надо мелко-мелко порезать. Примерно до такого вот состояния надо, чтобы было все покрошено. Теперь эти ингредиенты надо всыпать в горшочки. Равномерно, одинаково в один и в другой. На донышко я положил сальцо, сверху выложил картошечку, всю ее пересолил хорошенечко, хотя можно и потом посолить, сделать подсоленную водичку, например. На картошечку выложил лучок, а сверху колбаску. Петрушку мы засыпем потом, ближе к концу. Сверху положите по кусочку масла и отправьте ваши горшочки в духовку или микроволновку минут на 10. Через 10 минут откройте, понюхайте. Должно уже пахнуть. Самое время добавить, что у вас там еще есть. Фасоль? Давайте фасоль. И еще на 10 минут ставим в печку. У меня есть сыр пармезан, я его обязательно потру сверху. Через некоторое время я извлек горшочки, досыпал в них зелень, перемешал все и насыпал сверху сыр тертый. И еще на 4 минуты в печку. Вы же понимаете, в чем фишка? В горшочек можно добавить что угодно, хоть апельсин с ананасом, будет все равно классно. Поэтому экспериментируйте, не бойтесь. Добавьте туда сладкого перца, добавьте яичко куриное. Будет обалденное блюдо. И пусть ваше питание будет исключительно здоровым и вкусным. Приятного вам аппетита и до новых встреч! Пока-пока! Пока, мои хорошие!